Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Надеюсь, вы уже на него подписаны. Сегодня я вам покажу, как я заготавливаю клубнику на зиму не совсем обычным способом. Для заготовки я использую силиконовые формочки, а что я с ними делаю, смотрите скорее в видео. Нам понадобится много свежей клубники, силиконовые формочки для кексов и сахар. Но сразу отмечу, что сахар можете не добавлять, если, например, у вас клубника сладкая или вы хотите сделать ее без сахара. Просто мой муж сладкоежка, и он очень просил добавить сахар. Поэтому я просто не смогла ему отказать. Итак, ягодки очень хорошо промываем и очищаем их от хвостиков. Кстати, клубничные хвостики можно не выбрасывать, а заготовить их на зиму. Как это сделать, смотрите у меня на канале. Саму ягодку складываем в чашу блендера. Можно, кстати, воспользоваться и погружным блендером, тогда сложите ягоды в какую-то глубокую миску. И если используете сахар, сразу его туда насыпайте. Затем просто закрываем блендер крышкой и измельчаем на максимальной скорости до состояния пюре. Здесь все очень просто. И даже если у вас нет блендера, то клубнику можно просто помять вилкой или специальной толкушкой для картофеля, например. Вот такое красивое клубничное пюре у нас получилось. Теперь переливаем его в какой-нибудь стакан с носиком или графин с носиком. Расставляем силиконовые формочки и просто разливаем пюре по ним. Формочки ничем прокладывать и ничем смазывать не нужно. Клубничное пюре и так будет очень хорошо от них отставать. Теперь выставляем формочки на какую-нибудь разделочную доску или на любую другую ровную поверхность и убираем в морозилку. Оставляем так на несколько часов, ну примерно часов на 8. Точное время, конечно же, зависит от размера ваших форм и от вашей морозилки. Достаем и смотрим, как легко клубничное пюре выскакивает из форм. Теперь эти заготовки можно сложить в пакет и снова убрать в морозилку. Такую клубнику можно использовать разными способами. Например, если она еще не долежала до зимы и на улице стоит жаркая погода, можно использовать ее как клубничный лед. То есть складываете, вынимаете клубнику из формы, складываете ее в графин и заливаете минералкой. У вас получается клубничный лимонад. Зимой из этой клубники можно заварить компот, можно заварить чай, можно растопить клубнику в микроволновке или как-то разморозить и использовать для начинки в пироги или добавлять, например, в каши или йогурты. Это очень вкусно и просто. Напишите в комментариях, как вы любите замораживать клубнику. Не забудьте поставить лайк, если рецепт вам понравился, и подписаться на мой канал.